Елена Реш приобрела дом в Расторгуеве совсем недавно. Пока в нем идет ремонт, хозяйка первым делом решила его газифицировать. Ну, мы пользовались электричеством, но это дура. Мы решили провести газ, чтобы дешевле было, и теплее, и дешевле. Оформлялись через госуслуги, зарегистрировались где-то осенью, и вот, считайте, вот, поставили. Приезжали очень даже быстро, специалисты вообще все, я довольна. Приезжали раза 3-4 максимум. Все начинается с выезда бригады Мособлгаза и разработки проекта. Потом приезжает бригада СМР. Сварочно-монтажных работ. Они проводят трубы, подключение, все остальное. Потом уже врезается, врезка, тоже бригада СМР, подается газ до дома. И затем заключительный этап – скручивание труб, их опрессовка, запуск котла и другого оборудования. Нажимаем, поворачиваем, включаем. Сотрудники Мособлгаза подробно рассказали хозяйке, как пользоваться оборудованием и следить за его исправностью. При запахе газа закрываете краны, если услышали, проветриваете помещение электричеством, открытым огнем не пользуетесь, звоните 104 либо 112. Теперь в доме Елены не только горячие батареи и вода в кране, но и есть на чем готовить. Я думала, сложнее будет, вообще довольна. Подать заявку на включение в программу социальной газификации можно также через официальный сайт Мособлгаза, либо непосредственно в офисе компании. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.